В этом видео я расскажу вам, почему с 1 января 2020 года многие банки потеряли право выдавать банковские гарантии по государственным закупкам. А также, что делать, если у вас есть банковская гарантия из банка, который потерял право выдавать банковские гарантии по госзакупкам. В 44-м федеральном законе предусмотрено, что государственный заказчик имеет право принимать банковские гарантии на обеспечение заявки, на исполнение контракта и обеспечение гарантийных обязательств только от тех банков, которые соответствуют требованиям, установленным правительством Российской Федерации, и второе, которые включены в специальный перечень Минфина. Требования правительства к банкам установлены постановлением правительства номер 440. В нем говорится, что с 1 января 2020 года к банкам, осуществляющим выдачу банковских гарантий для государственного заказчика, применяются более жесткие требования. А именно, наличие у банка не менее 300 миллионов рублей собственных средств. И второе, наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня B. Вот именно с кредитным рейтингом и возникли особые проблемы. Некоторые банки не соответствуют этому требованию, и их рейтинг ниже. Узнать, какие же банки в 2020 году вправе выдавать банковские гарантии, можно на сайте Минфина, который обязан вести данный перечень. Либо посмотреть этот перечень вы можете у нас на сайте, который указан под этим видео. А что делать, если у вас есть банковская гарантия банка, который, к сожалению, потерял право выдавать банковские гарантии для государства? Ничего страшного не произошло. Не надо вам спешить, бежать и получать новую банковскую гарантию, так как старая гарантия продолжает действовать. В 44-м федеральном законе содержится правило предоставить новую банковскую гарантию, только если у банка, внимание, отозвана лицензия. А вот требование предоставить новую банковскую гарантию в случае исключения банка из перечня Минфина в законе нет. Но если заказчик прописал в закупочной документации, что в случае исключения банка из перечня Минфина исполнитель будет обязан предоставить новую банковскую гарантию, тут уже ничего не поделаешь, придется получать новую гарантию. Если вам было полезно это видео, то ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал, а также пишите нам свои вопросы в комментариях. Мы с радостью на них ответим.